Несмотря на то, что погода этой зимой выдалась не совсем сказочной, настроение брещан испортить ей не удалось. Яркие огни, сказочные персонажи и зажигательный настрой – все это было в Бресте в день открытия главной лесной красавицы. Ощущение праздника, конечно, есть. Настроение хорошее. У меня ребенок, он будет в открытии елки участвовать. Поэтому для меня, конечно, это праздник, и, наверное, больше, чем для многих. Настроение у меня чудесное, потому что преддверие Нового года, нового тысячелетия нашего города. Я здесь родилась, я этим очень горжусь. Я свой город просто безумно люблю. Я желаю всем нашим брещанам самое главное – благополучие, счастье, любви в семьях. Здоровье, благополучие, материального достатка, здоровья в семье, исполнение, скорейшего исполнения всех задуманных желаний, мечтаний и всего самого наилучшего. Как всегда, открытию красавицы елки предшествовало масштабное праздничное действие. Настрой празднику задал Брестский городской духовой оркестр. Продолжили образцовые ансамбли и творческие коллективы города. Как полагается, главными героями новогоднего праздника стали известные сказочные персонажи красавица Снегурочка и Дед Мороз, фееричное появление которого смогло по-настоящему удивить публику. Вместо классических саней горожане услышали звук моторов. Однако зажигал главный волшебник не один. На помощь поспешили десятки Дедов Морозов и Снегурочек. Они прошлись по площади Ленина красивым и динамичным парадом. И, конечно же, самый долгожданный момент праздника, словно по мгновению волшебной палочки, заискрилась яркими цветовыми переливами главная зеленая красавица. Яркие залпы салюта стали хорошей кульминацией вечера. Небо над Брестом раскрасил фейерверк. В знак того, чтобы юбилейный, такой долгожданный 2019 для брещан стал таким же ярким и незабываемым. Праздновать надо только тогда, когда хорошо работаем. В этом году город хорошо отработал, замечательный задел на следующий год. И то яркое, что мы видим вокруг себя, это заслуженное наше состояние души в честь тех достижений, которые были в 2018 году. Мы заложили фундамент нашего тысячелетия вот в уходящем году. И мы достойны брещане вот этого замечательного праздника, вот этого замечательного антуража. Виктория Нечаева, Павел Малашон и Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».